года среди команд высшей лиги, где наш голкипер продемонстрировал свой класс. Верный выбор позиции, пожалуй, выдает. Нашему голкиперу неоднократно приходилось вступать в игру, и к его чести дело то, что соперник действует слишком уж усердно. Вот, кстати, повтор эпизода, когда Исалик, лидер нашей команды, вступил в игру, прерывая атаку Слуцка. Вот еще эпизод, когда трибуны увидели в деле Исун Доя. Вот этот эпизод снят с другой точки. Нашим защитником Денисом Ковалевским и Русланом Ходоркевичем мяч все же попал к Виталию Кибуку, и удар Исун Дой. А вот уже атаку на нашем правом фланге прерывает Денис Ковалевский, выбивая мяч на угловой. А вот и сам угловой удар, который приводит к тому, что мяч оказывается у Исун Доя. Еще один момент, когда опасная атака хозяев поля завершается ударом и вновь Исун Дой. И очередной сейф. И матча были признаны лучшие игроки. И в составе нашей команды им стал Исун. Да, команда будет сильная. Все до конца. Концентрация. Моя команда перед игрой на своем месте нехорошо была. Я видел сейчас команда все концентрация. Характер есть. Все, вот эта игра на... Лучший игрок этого матча Исун Дой очень активно подсказывал партнерам во время игры, и, наверное, сие одна из непременных обязанностей вратаря, который должен поступать подобным образом. 2017 года. Исун Дой. Вы все прекрасно видели, дорогие. Которые, вне всяких сомнений, следующий момент. Атака «Динамо» с левого фланга и разящий, казалось, удар Артема. Они были совсем не прочь поразить ворота соперника. Что посмотреть? Например, этот эпизод, где мы в очередной раз воздаем должное мастерству Исун Дою, признанного, кстати, по итогам этого поединка лучшим игроком Славии Мозыря. Близки к успеху, и как тут не отметить Исун Дою, отразившего... ...ноги, навес и удар. Смотри, вот передачу просит нас витебский игрок. Соловей. Волков, одно касание. Соловей, но он Дою великолепен. Пас назад на Тихановского, Тихановский. Вот и вратарь. Вот и вратарь. Есть вопросы к Сергею Тихановскому, который как-то так, знаешь, ударил. Давай вот смотрите. Вот. Прекрасная передача Волкова. Да. Тихановский бьет в угол. Итак, это Алексей Сучков или Исун Дой. Удар. Исун Дой отражает, идет добивание или Лисий.